Чувак! Оно увесистое. Я не знаю, что это. Друзья, всем привет! Сегодня у меня будет очень необычный ролик для моего канала. Мне кажется, такой видос вы еще не видели ни у кого. Сегодня мы будем с Олегом открывать одновременно Z-боксы. Мы с ним одновременно их заказали. И сейчас я ему позвоню, и мы будем вместе их распаковывать. Его распаковку вы можете посмотреть у него на канале. Ссылка будет в описании. Алло, слышно? Так, короче, смотри. У нас с тобой, получается, есть по три коробки, да? Какую сначала берем? Ну, давай, начинаем. Мы начинаем с самой маленькой коробки и идем к самой большой. Я еще хочу тебе кое-что сказать. Смотри, видишь, вот слева внизу есть вот такая штука. Ее монеткой можно стереть, и там, если будет какой-то код, возможно, то будет выигрышный код. Можно еще подключить еще какой-то выигрыш. Да, друзья, если вы будете себя тоже заказывать, посмотрите, вот здесь можно стереть и получить еще подарок. Так, я не смотрю. Так, подожди, я еще не видел, я еще хочу показать вот что есть. Так, я не вижу, что там. Так, я тебя ставлю вот сюда, вот так, и смотрю сам. Что? Смотри, что у меня. Смотрите. Я без понятия, что это. Чувак, это колонка. Чувак, это колонка. Это колонка, вот послушай. Смотри. Обалдеть. Смотрите, вот такая колонка. Вот здесь два динамика в очках. И еще сзади один огромный. Это обалденное начало. Жвачки. Вот. Олег. Это наушники, друзья. Это тоже наушники. У Олега наушники, только Bluetooth. А у меня обычные. Чувак, они удобные, жесть, смотри. Обалденные наушники, я буду их использовать. Смотрите, какой ржачный антистресс. В форме динозавра. Нажимаешь, а там... Друзья, так интересно. Это только самая маленькая коробка. Интересно, что будет дальше. Конечно же, визитки. Олег, здесь еще есть предсказание. Здесь фонарь. А вот здесь раз. А вот здесь раз. Там что-то жидкое, слышишь? Первая коробка у нас закончилась. Да, смотрите, что в ней было. Колонка. И получается разные сладости, визитка и предсказания. Друзья, подписывайтесь на мой канал, на канал Олега, на канал Z-Box, ссылка будет в описании. Еще не забудьте подписаться на мой инстаграм Олега и на инстаграм Z-Box, ссылка тоже в описании. Ищите, переходите и подписывайтесь. Что там у тебя? Чтобы вы ничего не подумали, вот смотрите. Так, вот так где. Там есть Олег, мы с ним реально общаемся. Да, берем уже чуть побольше. Да, мы берем уже среднюю. Ну что, смотрим, я, как всегда, ничего не вижу.
Теперь... А что это у меня такое? Так, смотри. У меня есть бонусный подарок, смотри. Z-бонус. Написано. Я знаю, что это такое... Это вот такая кружка большая. Да, это она, капец. Жесть, это такой большой термос от Starbucks, и она попала в Лего. Что это? Чувак, у меня все плохо. Смотри. Смотри. Саша, это что? Чувак, берешь вот такие. Это зарядка. Это пауэрбанк. Обалдеть, друзья, мне выпал пауэрбанк в форме гранаты. Так, я вижу. Еще одну визитку, да. Смотрите в описании, напоминаю. Там все будет написано, описано, все сайты. Переходите, подписывайтесь. Смотри! Ну, это типа антистресс, я, наверное, его подарю Насте. У меня какой-то квест. Тайна слов. Короче, мне кажется... С вот этой штукой можно снять отдельный видеоролик. Посмотрим. Чувак! Помнишь, мы вчера покупали в GTA-шке вот такое на ухо? Обалдеть, друзья, смотрите. Серьезно. Разные вот наклеечки. Клеточку. Прикольный такой блокнот. Буду использовать. Друзья, если вы знаете, что это, напишите в комментариях, пожалуйста. А то я не знаю. Давайте вскроем вот эту штуку. Мне интересно, что там. Хочу посмотреть. Да, друзья, это делать эксперимент. Возможно, у Насти на канале... Будет этот эксперимент. Посмотрим. Это делать кристаллы, я так понял. Вот такие. Давай уже переходим к этой огромной. Я ее уже хочу открыть. Там, короче, что-то тяжелое есть. Так что, давай, открываем. Жесть, друзья. Всем советую брать вот такие Z-боксы, заказывать себе. Очень интересно, много эмоций. Жесть, бардак, но оно того стоит. У меня тоже, смотри, смотри. Так, друзья, вот, смотрите. Горы. Так, Джелли Белли. Смотри. Чё это? Чувак! Друзья, смотрите, мне выпали AirPods, ну как AirPods, это не полностью оригинальные, это подделка, конечно, но тоже приятно. Я, конечно же, их испробую, это получается уже вторые наушники, но я не ожидал, серьезно. Там еще зарядка, провод и все. Хочешь, я тебе кое-что скажу? Это пауэрбанк на 12 тысяч миллиампер. Он в стиле Marvel. Смотри, смотри. Обалдеть, какой он крутой. Смотрите, друзья, вот. И когда его включаешь, у него глаза светятся. Друзья, это обалденный пауэрбанк. Всем советую Z-Box себе приобрести. Короче, у него весь пол, весь стол. Все в Z-Box'ах. Ну, это еще получается. Вот такие, друзья, смотрите. Haribo. Ну да, это сладость получается. Все. У нас остается последняя штука. Там еще предсказание. Вот. Рискуйте на пути к своему успеху, пока вы молоды. Так, смотри, у меня осталось что-то еще. Оно увесистое. Я не знаю, что это.
Друзья, кто знает, что это такое, напишите, пожалуйста, в комментариях. Это зонт! Так, как тебе открыть? Смотри! Вот так вот. Опа-на! Просто желтый зонт. Не ожидал, серьезно, не ожидал. Так-с. Ну, я запись уже приостанавливаю. Сейчас я выложу все на стол и покажу вам, что мне выпало. Я взял свою счастливую монетку. Предсказание. А, я понял. Это типа на каждой коробке будет вот такая бумажка, запакованная она. И там будет вот такая штука. Ты ее стираешь, и там написано, там либо предсказание, либо какой-то бонус. Да, и мне выпало 2 предсказания и 1 бонус. Сейчас проверим, так это или не так. Сладость. Да, друзья. Это все-таки работает. Вот. Эта штучка я уже открыл, конечно. Здесь было написано The бонус, получается. The бонус, видите? Предсказание. Вот как вы видите. Там написано предсказание. Я думаю, буду уже заканчивать этот видеоролик. Кому понравилось, ставьте лайки, друзья. Пишите комментарии. И ждите новые видосы. Пока!